Всем привет! В этом видео я хотел поговорить об обновлении драйверов на компьютере. Из своего опыта скажу, что обновляя драйвера на компьютере, вы подвергаетесь риску, поэтому посоветовал бы перед обновлением создать резервную копию операционной системы, хотя бы при помощи программы Acronis True Image, чтобы в случае, если после обновления драйверов что-то пойдет не так, вы могли бы восстановиться из этой резервной копии. Драйвера обновляют для того, чтобы повысить производительность своей операционной системы, что в свою очередь отражается на быстродействии вашего компьютера. Если же работа вашего компьютера вас устраивает, то нет и смысла обновлять драйвера. Компьютер работает и на старых драйверах вполне благополучно. Так что можно, кто не хочет рисковать, их не менять, не обновлять. Я обновляю драйвера программой Driver Booster. Программа нормальная, к ней у меня никаких претензий нет. Сейчас мы ее запустим. Вот видите, программа нашла у меня драйвер игровой. Ну, кликаем обновить все. Окей. И программа пытается обновить устаревший драйвер. Как видим, программа драйвер не нашла и обновить его не сумела. Но это я давно пытаюсь поменять устаревший драйвер, компонент игры, ну, как-то не получается, но он мне не сильно-то и нужен. Закрываем программу. Я пользуюсь другой программой, программа называется Driver Genius. Копируем ключ серийный. Программа почему-то всегда его требует. И запускаем программу. Запустить. Начинаем проверку. Обнови драйвера сейчас. Вводим лицензионный ключ. Вставляем, регистрируем. Окей. Все. Жмем начать проверку. Идет сканирование компьютера на драйвера. 65 устройств. Я уже проверял компьютер, поэтому остался один вот устаревший драйвер. Он не смог, я два раза пытался установить, ничего не получается. Жмем далее. А вот эти драйвера были у меня закачаны и установлены. Вот этот последний, который не пожелал установиться. Когда драйвер Genius сканирует компьютер, вот он нашел это. Здесь будет, это уже последнее, закачаны эти драйвера. Их можно загрузить все, но установить нужно поочередно. Выделяете и жмете установить. Ну так как он. Потом следующий выделяете, тоже установите. Так до тех пор, пока вам
ну, все драйвера не установите, или просто выборочно выбираете, не обязательно все устанавливать, можете выбрать. Программа Driver Genius работает при подключенном интернете, то есть в режиме онлайн, так же как и программа Driver Booster. Без интернета они не работают. После обновления драйверов программой Driver Genius я хочу вам показать, как изменился индекс производительности компьютера. Вот сейчас вы видите на экране индекс производительности компьютера до обновления драйверов. После обновления драйверов индекс производительности компьютера немножко повысился. В частности, изменился индекс процессора 5,5. И здесь 6,5, до того было 6,4. Это индекс графика для игр, производительность трехмерной графики и игр. Теперь зайдем диспетчер устройств и посмотрим на драйвера. Ну, можно вот здесь, как видите, здесь все нормально. Видео, адаптеры, контроллеры, процессоры, сетевые адаптеры. И вот интересно, системные устройства. После обновления тут столько появилось системных устройств, что даже я не совсем понимаю, что это такое. Ну вот, например, высокоточный таймер событий. Что бы это значило? Ну и кроме того, еще такое, такие вещи. Системный таймер. Начинающим пользователям я бы рекомендовал обновлять драйвера программой Driver Booster. Более опытным обновлять драйвера программой Driver Genius, так как у этой программы более широкий диапазон поиска драйверов. На этом обзор программы для обновления драйверов Driver Genius заканчиваю. Всем спасибо за внимание. До свидания.